представляет самое главное и масштабное событие российской рок-музыки в Европе. Фестиваль Russian Rocks 6 июня 2015 года в городе Эссен. Встречайте, Игорь Растеряев. Привет, ребята! Пока выступаю в Москве, но скоро буду очень всех искренне рад видеть в Германии. Город Эссен, 6 июня, фестиваль «Наш рок». Вот, так, приходите, очень буду рад всех видеть. Будь добру, ваш Игорь Растеряев. По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отдохни, утри горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем. Вместе с холодами и лесами впереди Сусанин. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога, русская дорога.